Областной центр с рабочим визитом посетила делегация Национальной академии наук при президенте Республики Казахстан. В Восточно-Казахстанском техническом университете состоялся круглый стол с участием гостей и представителей региональных вузов, промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов. В ходе круглого стола «Научное сотрудничество вузов и предприятий Восточно-Казахстанской области. Проблемы и перспективы» были обсуждены проекты, которые ведут ученые вузов. В том числе были рассмотрены вопросы по разработке механизмов решения проблем в научной сфере. Мы, делегация Национальной академии наук, прибыли в Усть-Кемен, Восточно-Казахстанскую область, для того, чтобы ознакомиться с научными проектами и научным потенциалом данного региона. Мы хотели бы услышать основные проекты, которые ведутся учеными вузов Усть-Кемена, также разработать механизмы решения проблем в научной части отрасли. Национальная академия наук Республики Казахстан является высшей научной организацией страны при президенте, что предоставляет уникальную возможность эффективно использовать научный потенциал регионов для решения актуальных вопросов развития науки. Академия наук при президенте Республики Казахстан была организована указом президента Токаева в прошлом году. Уже мы существуем примерно как месяц, как организация. Но у нас очень много нерешенных проблем, мы решаем технические проблемы, они решаемые. Самое главное, мы хотим понять состояние науки, в каком виде. Как отметили представители Национальной академии наук, Восточный Казахстан имеет огромный потенциал для развития науки, ввиду нахождения здесь крупных предприятий. Поэтому индустрия науки, промышленности и бизнеса должны идти рука об руку при реализации проектов. Алия Симбинова, Фатима Тилейхан, Александр Каримов, Алтай Ахпар.